Диспансеризация прочно вошла в практику оказания медицинской помощи населению. Ее проводят сотрудники Щелковской больницы в медицинских учреждениях округа. Нам показали, как диспансеризация проходит в поликлинике номер 1 на улице Фрунзе. Это обследование необходимо вне зависимости от самочувствия. Даже если человек считает себя здоровым, у него могут обнаружить хронические неинфекционные заболевания, лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр, а также дополнительные методы обследования. В диспансеризацию входят два этапа. На первом этапе с самого начала оформление документов, маршрутного листа, для того, чтобы пациент знал, куда ему пойти, что ему проходить, чтобы выяснить, какие дальнейшие его действия. Обследование на первом этапе позволяет понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания. На втором этапе обследуются люди, у которых были выявлены какие-либо отклонения от нормы. Тогда проводятся более сложные исследования, позволяющие уточнить диагноз. Диспансеризация нужна для профилактики выявления различных заболеваний, да, первичных. Соответственно, это могут быть и онкологические какие-то заболевания, сердечно-сосудистые. Да, мы знаем, что в Российской Федерации сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место. У нас дают общий анализ крови, да, ЭКГ делают, флюорографию и по показаниям там, у женщин, естественно, маммографию. Это все для того, чтобы первично выявить факторы риска. Диспансеризацию нужно проходить людям в возрасте от 18 до 39 лет один раз в 3 года, а с 40 лет ежегодно. Для этого необходимо прийти в поликлинику и обратиться в регистратуру. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. В медицинских учреждениях Щелковской больницы делают все необходимое, чтобы обеспечить качественное и быстрое проведение диспансеризации, создание комфортных условий для пациентов. Мы стремимся к тому, чтобы пациент мог пройти все обследования в течение одного или двух визитов. С начала этого года в поликлинике номер 1 время для проведения диспансеризации увеличили. Сейчас ее можно пройти с понедельника по пятницу в любое время с 8 и до 20 часов. Кроме того, для работающих жителей в первую и третью субботы организованы единые диспансерные дни. В минувшую субботу обследования прошли 159 человек. Андрей Цыханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.